Правоохранители Ульяновска задержали ранее судимого 30-летнего неработающего местного жителя, находящегося в федеральном розыске. В марте этого года на одной из турбаз в Заволжском районе Ульяновска между отдыхающими возник конфликт, где задержанный нанес мужчине тяжкие телесные повреждения. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.